Всем огромный привет. Сейчас у нас интервью с полузащитником футбольного клуба «Металлург» Илья Севастьянов. Илья, привет. Приветствую. Расскажи, пожалуйста, последний матч с футбольным клубом «Амкар». Как у вас все получилось? Что-то, может быть, не получилось? Ну, первый тайм немножко такой, как сказать, скомканный получился, да. Не удалось забить быстрый гол. Была задача забить быстрый гол. Но потом внесли коррективы в перерыве. И вышли, спокойно доиграли игру 2-0, в принципе, так, как сказать, закономерный результат. Ну, на УЗИ легче игралось, там 4-0 выиграли, или? Ну, это было давно, как бы там немножко по-другому команда была готова. Сейчас, как бы, мы играли немножко, можно сказать, в эконом-режиме, готовимся к следующей игре с «Металлургом» из Аши. Поэтому с молодой командой, в принципе, на классе обыграли. Ну, вот как раз про следующего соперника «Металлург». Что можешь рассказать? Принципиальный соперник или обычный соперник? Ну, я считаю, то, что это дерби. «Металлург» все равно в нашей зоне. Принципиальный соперник. Да, будет очень интересная игра. Очень хороший соперник. Достойный, я бы так сказал. Мать за 6 очков, да, получается. Можешь сказать и так, да. А в этом сезоне вы меньше всех пропускаете, в том году больше всех забиваете. Какая-то тактика, может быть, у вас поменялась? Ну, не то чтобы тактика, состав команды поменялся. Исполнители, конечно, вот покинули команду, которые забивали больше голов. А в этом сезоне добавилось более опытных оборонительных игроков, поэтому меньше пропускаем. Ну все, спасибо, удачи тебе в субботу. Все, спасибо, всего доброго.